Кипр – уникальное место, очень красивый ландшафт, но, к сожалению, часто бывают пожары. Сегодня мы в деревне Мелини. Год назад тут был пожар. Мы решили для себя, что будем сажать деревья, озеленять наш остров. Мне очень нравится, что у нас присутствует семейный дух, то есть мы как одна большая корона семья. Мы здесь посадили где-то 160 деревьев всей командой. И я надеюсь, что где-то через 20-30 лет здесь будет большой лес, кронолес. Мы не только используем ресурсы любой земли, где мы живем. Я думаю, все, кто сюда приехали, многие с детьми ведь приехали, хотят за собой оставить такой зеленый мир, где мы живем в балансе. Участвуйте в таких мероприятиях. Все зависит от нас. Наша судьба в наших руках.